Всем привет и слава Украине. Передача «Новости с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гела Базадзе, и сегодня у нас геополитика вокруг Каспия вместе с хорошо знакомым и любимым вами Резваном Гусейновым. Приветствую, Резван, очень рад тебя видеть. Здравствуй, Гела. Здравствуй, мой дорогой. Приветствую тебя и наших зрителей, уважаемых. Резван, смотри, очень много событий произошло за это время. Встреча G20, встреча министра иностранных дел. Встреча, которую мы обязательно обсудим, потому что она непосредственно касается нашей темы, это контактная группа движения неприсоединения в Баку. И вот на фоне всех этих встреч происходит обострение в Карабахе, на фоне всех этих встреч происходят протесты в Тбилиси, и, честно говоря, абсолютно непонятное для меня их подавление вот таким вот образом, потому что подавлять там было нечего, честно говоря. У нас были протесты гораздо более, скажем так, активно-агрессивные, и их никто не трогал. Вот, давай начнем с встречи G20. Итак, определяются контуры будущего мира. 20 ведущих стран начали определять. Три самые крупные региональные мировые силы – это Китай, это Европейский Союз, это США. Что ты увидел в этой встрече, и что в этой встрече важно для нашего региона? И я думаю вот так, опять-таки мы с тобой предполагаем, дело в том, что G20 это то, на каком уровне выполняется то, что когда-то на G8, то он становился G7, то становился G8. Это экономики мира, которые определяют стабильность развития различных регионов планеты. И я считаю, что в этот раз на G20 было два основных таких группы стран приоритетные. Это, естественно, Тихоокеанский регион. Это страны, которые уже доказали свою способность играть в серьезные игры и в экономику, и в политику. Естественно, я считаю, что, опять-таки, не то, что я считаю, в течение последних 2 лет есть определенный тренд на усиление Японии, на усиление Южной Кореи, Вьетнама скоро, хоть он еще и не втягивается в эти процессы, но, согласно имеющейся у меня информации, очень серьезную ставку западные круги хотят сделать на Вьетнам. Вторым кругом, который привлекает пристальное внимание, это, конечно, Южная Америка. Опять-таки, обрати внимание, это противоположная сторона Тихого океана, скажем так, да? То есть, если мы сейчас с тобой говорили о Южноазиатском регионе, вот я назвал страны, середина, юг Азии, да, то точно так же зеркально можно отразить интерес к той стороне, то есть Южной Америке. Естественно, это в первую очередь Бразилия и те страны, которые тянутся к ней. Колумбия, Уругвай, частично Мексика, Чили, Аргентина. Почему так? Интерес G20 в этот раз он сконцентрирован был на этих странах. Ну, естественно, есть традиционные интересы, просто мы с тобой обсудим то, что новое, то, что, казалось бы, выпадает. У меня такое впечатление, что период, когда последние 70 лет осью, вокруг которой все крутилось, была Атлантика, я как-то с тобой проговаривал это, а точнее Северная Атлантика, которая была кольцом, основным кольцом безопасности, созданным вот после Второй мировой войны. И именно отсюда, исходя из интересов англосаксов, для которых Североатлантический альянс является самым важным элементом безопасности, стратегической безопасности, а затем туда нанизываются другие страны Европы и вовсе не Европы, или же те страны, которые не члены НАТО, но они имеют военно-техническое сотрудничество покруче, чем даже некоторые члены НАТО. Я, в частности, имею в виду Израиль, допустим, в том числе можно уже сюда вписывать, как это ни странно, частично, и Азербайджан, который имеет довольно-таки серьезное военно-стратегическое, техническое и иное сотрудничество через Турцию с НАТО. Значит, почему на данном историческом или каком-то этапе роль НАТО, она, конечно, будет всегда в ближайшее время сильной, но поскольку самые сильные экономики постепенно переносятся в Тихоокеанский регион, и самые большие проблемы для Запада, это в первую очередь Китай, они тоже находятся там, то зеркально получается, что в первую очередь США должны, как в свое время они решили вопрос со Старой Европой,
в рамках Первой мировой и Второй мировой войны, отформатировав и создав ее так, как им максимально было, как видение было у англосаксов. То есть, и если в Европе самой большой проблемой была Германия, ее экономика, ее военно-политический и идеологический контент, это и в Первой мировой войне, это и во Второй мировой войне, определенные силу представляла Франция, естественно, Италия. И вот этот треугольник плюс Великобритания, у которой было свое видение на Европу, причины чего и стали в том числе и попытки разрушить Великобританию со стороны фашистской Германии, вот эти все налеты, бомбежки, десант. И итог мы знаем. Итог, значит, Америка вместе с Великобританией отформатировали и через Францию, скажем честно, создали то, что мы сегодня называем Евросоюзом. Естественно, там на правах проигравшей Наверное, стороны... Наверное, Францию и Германию все-таки. На правах проигравшей стороны туда подключилась Германия. Потому что Франция, у нее была особая роль в этом Евросоюзе быть противовесом для Германии. То есть это все-таки две антагонистические, не то что страны, я бы сказал, идеи внутри Европы. И вот так эта конструкция и работала. Плюс Италия с Южной Европой и так далее. Да, то есть конструкция была такая. Я не буду углубляться, потому что здесь есть много интересов. Их эти три страны связывают очень серьезное прошлое. Римская священная империя германского народа, да и вообще много чего, что мы можем проговаривать уже в другом контексте. Так вот, сейчас точно так же много общее когда-то связывало некоторые страны Тихоокеанского региона, где всегда за лидерство борется Япония, Китай. Это две страны, у которых есть исторические претензии друг к другу и исторические идеологическое обоснование своего лидерства в этом регионе. И мы знаем, что сейчас усиление экономик тех стран, которые могли бы не то что составить конкуренцию Китаю, они не составят, это однозначно, но они смогут на себя взять определенные наукоемкие производства. Здесь опять-таки это Япония, Южная Корея, частично может быть Малайзия, Индонезия, и определенную стандартную работу, которую делают миллионы китайских рабочих, это возлагается на Индию, кстати, которая не тихоокеанская страна, но она замыкает очень серьезную часть границы с Китаем, имеет приблизительно такое же население, и дешевая рабочая сила при определенном обучении может частично заменить китайские руки. Это глобальный проект. Удастся он дело, не удастся, мы с тобой, конечно, об этом говорить не будем. И при этом есть другой жесткий вариант развития событий, военно-политический, который тоже для Китая готовят англосаксы. Потому что Тихоокеанский регион по своей важности в плане обеспечения стабильности, безопасности, устойчивой экономики начинает уже играть более важную роль, чем Атлантический. Да, чем мы видим, что таких глобальных проблем у атлантистов в Европе нету, и российское вторжение в Украину позволяет, давай скажем, решать очень многие проблемы жестким военно-политическим путем, то, что раньше, допустим, англосаксы или США не могли делать и вынуждены были вести долгие переговоры с Германией, с Францией, с Италией, а сейчас вот эта война в Украине мобилизовала и принудила всех несогласных, недовольных и имеющих какие-то другие взгляды на будущее с Россией, мобилизоваться в одном направлении. Приблизительно нечто подобное будет отыграно вокруг Китая, и тут определенная роль есть и в России будущей, я имею в виду не нынешней, и у Туранского проекта есть определенные виды на это. То есть в этом контексте нужно было понять в рамках G20, какие страны, какие экономики потянут этот проект. Он должен быть автономным, самоокупающимся, да, что очень важно для американцев, что любая идея политическая или какая-то, она тестируется именно тем, что она самоокупаема. В этом, кстати, отличие западного прагматичного взгляда на политические проекты от тех, что мы привыкли в советское время, когда вбухиваются огромные деньги, и ясно, что эти деньги не вернутся, покупаются целые страны или там руководство этих стран, да,
Потом эта конструкция проседает, как только кончаются деньги или что-то меняется там, элита, которая хочет больше денег. В этом контексте то G20 должно в ближайшие годы показать свою устойчивость. Ряд стран G20 должны уже более плотно друг с другом взаимодействовать, чтобы через них вот эти экономические и, как мы сказали, идеологические проекты начали свою реализацию. Смотри, вот все это замечательно, все эти новые конструкции замечательно, но если применительно к нашему региону, вот есть, я уже назвал три главных мировых игрока, есть Индия, которая рвется к своему геополитическому проекту, кстати, странно, такие страны, как Китай и Индия, начали заявлять претензии о своем геополитическом проекте исторически. Но это на самом деле два субконтинента, которые были абсолютно самодостаточными. И, ну, китайцу, если про веке так 15-м или там, или 15 веке до нашей эры, китайцу сказать, что знаешь, вот туда иди, ну, он покрутит у виска и скажет, а зачем мне это вообще что-нибудь? Вот у меня, я тут шелк изготовляю, тут всякие варвары приезжают, покупают их, забирают, куда-то везут. И мне это абсолютно довольно. Хотя у монгол самая популярная шутка, знаешь, какая? А вы знаете, где находится китайская стена? Она ведь в середине Китая. Прекрасно, надо запомнить. Самая популярная. Ну, на самом-то деле она не совсем середина, на севере Китая. Но так или иначе, конечно, китайцы там определенную территорию, которая размером в 5 южных Кавказов, а то и в 10, отжали. Откусили, но это так. Так вот, при всем этом, насколько работает этот призыв, мы уже его обсуждали, враг моего врага – мой друг, друг моего врага – мой враг и так далее и тому подобное. Ведь смотри, с одной стороны, кажется, вот Индия, Армения. Можно сказать, что это противовес Пакистан, Афганистан, Пакистан, Азербайджан. Но дальше мы идем к, ну, Пакистан, соответственно, Китай, да? Но дальше мы идем к очень интересному раскладу. Китай, Иран. Иран с Азербайджаном, ну, мягко говоря, не то. Дальше, если мы закручиваем этот сюжет, Индия и Китай по отношению к друг другу антагонисты явные, ну а по отношению к России они оба берегут, халят и лелеют, как свою еду. Ну и так далее. То есть вот с этим клубком противоречий, что придется, что придется делать и как это отразится на нас? Ну, ты затронул, наверное, самые большие вот эти проблематичные, травматичные для психологии вот вышеуказанных стран проблемы, потому что действительно у Китая такая идеология и вера, концепция, что они центр вселенной, они желтые люди, спустившиеся с небес, а весь остальной дикий варварский мир, он крутится вокруг них. И поэтому китайцы никогда в своей истории далеко от своей территории с оружием в руках не уходили. У них это не прописано. Да, это не та империя, которая силы оружия, несмотря на эти все голливудские... Один раз уходили, и то их заставили. И докуда вот так? Так вот, монголы, там же были китайские технологии, китайские инженеры, китайская... Нет, это, я помню, это каждый раз повторяется. Ушел Чингисхан и его армия, не китайцы. Чингисхана завлекли в Пекин. Хан Балык, кстати, город называется Хан Балык, чтобы знали. Ханский город, ханский центр. Пекин, Хан Балык. Завлекли туда, дали ему концепцию, дали ему идеи, китайские философы, технологии, вооружения. И он пошел громить, крошить те тюркские империи, которые крошили крестоносцев и других. Тут получается вот некая связка средние века, когда определенные европейские интересы совпали с китайскими. Да, против, но они тогда друг друга не знали же, фактически, по большому счету. Знали, знали. Кел, еще с 12 вспомним вот эти все миссии. Они были и до Чингисхана. И когда нам в истории сейчас, извиняюсь, как это мягко сказать, лапшу вешают, что только вот начинают европейские отношения с Китаем в основном период Чингисхана и после.
Да, вот эти визиты католических монахов, миссий, Да, месье. все это было, и геополитика, понимание, осознание большой игры, оно было тем более у Китая, у которого прописана история несколько тысяч лет, у них память хорошая, они помнят и нашествие народов моря на Египет 1800-х годов до нашей эры, чем это обернулось для Египта. Опять-таки кочевые народы разгромили альтернативную империю. Они помнят нашествие киммерийцев, скифов 8-7 века до нашей эры и так далее. То есть всю эту цикличность можно ее доводить до Парфянского царства, конец античного периода, первые века уже нашей эры потом. Можно вспомнить следующий цикл, когда тюрки пошли, это 9, 10, 11, 12 века. Вот, то же самое оттуда. То есть эта цикличность повторяется, и товарищи из Китая, они хорошо всегда умеют это использовать. Да? Одни потоки тюрков, потом идут другие, которые громят предыдущие потоки тюрков. Это повторяется, это Чингисхан, это Тимур, это Атилла. Можно долго продолжать. Сам Китай и китайцы сидят на месте. Они могут экспансию экономическую, они могут создавать China Town, Китай-город, допустим, в Москве и так далее. А именно прямое военное, чтобы китайцы, у них нет такой идеи, чтобы стать под ружье, кого-то поставить под ружье и идеологически мотивировать, они могут. То есть они являются отдельным проектом. Есть в мире несколько проектов, которые от и до напичканы, от идеологии до технологий. Одним из них, наиболее одним из серьезных, то есть я имею в виду, есть англосаксы, свой проект, есть китайцы, есть так называемый проект Соломона, да, вокруг которого огромные ресурсы еврейских диаспор, лоббинга, Израиль и так далее. Тоже серьезный проект, который идеологически прописан несколько тысяч лет назад. И вокруг него не только евреи, много различных народов, в том числе и часть христиан. То есть вот этот библейский нарратив. И так далее. То есть тут что у нас получается? Китай и Индия. У Индии тоже своя идея. Она тоже далеко за пределы Индии не распространяется. Мы не помним, чтобы Индия занималась какой-то крутой экспансией дальше Индостана. Наоборот, она всегда Не приходили. подтверждала. Македонский, бобур, англичане не приходили. И значит, эти две державы, что получается? Ни Китай, ни Индия не умеют вести агрессивную наступательную политику. Да, я имею в виду военно-политическую. Агрессивно наступать. У них это не прописано, в отличие от, допустим, Североатлантического блока, которого прописано, куда они двигаются, ради чего и как закрепляются. Или там у бывшего Варшавского договора, а ныне ОДКБ, хоть что-то прописано. То есть эти империи, они смотрят внутрь. А значит, их и будут так использовать, дело. То есть и Китай, и Индия, они максимум могут противостоять друг другу, потому что тысячи, тысячи лет у них есть травмы, у них есть определенные, как у нас вот в регионе с некоторыми соседями, да, поэтому вот их завлекут в эту игру, чтобы ослаблять. Китай и Индия будут тратить силы и ресурсы на сдерживание друг друга, а это львиная доля ресурсов будет. А здесь уже вот мы переходим ко второму пласту. Пакистан, о котором ты сказал, это уже элемент борьбы Китая против Индии будет, да, скажем так. Да, это и был, и есть, И да. был Афганистан. Это будет тоже некий сдерживающий фактор, в том числе против Ирана, у которого всегда болевой точкой по истории является Афганистан, самым неподходящим. Мы раз с тобой проговаривали это. Потом Япония, у которой огромнейшие амбиции, это единственная страна, у которой есть экспансионистская политика и опыт завоевания соседних территорий. И если посмотрим все китайские фильмы, боевики, у них травма там чувствуется. Везде китаец, умный интеллигент, побеждает грубого необразованного японца, который хочет побить китайца, но китаец его в итоге побил. Вот это, если ты обратишь внимание, эта парадигма все время проигрывается у них в фильмах. То есть единственная Япония, которая может эту экспансию делать. Оставим этот регион, вернемся к нашим. Да, максимально. Да, тут мы с тобой проговаривали. Значит, конструкция такая. Индия дружит с Арменией против Пакистана и Азербайджана, Ну, якобы, да? дружит так, понимаешь, у Индии есть Да. контакты, у Индии есть отношения с Арменией сейчас. Дружба, давай Ну, называть пытается дружбой так только то, что на делать. То есть институциональном. мы поняли друг друга, и зрители наши поняли. Политики дружбы нету, я поэтому так и сделал. То есть тут есть уже военно-политическое сотрудничество тоже между Индией и Арменией, а это серьезный вызов.
торговать кукурузой и так далее, это одно. А когда Армению Индия пытается накачивать, пусть и отсталыми четвертой руки технологиями, то это уже вызывает определенные эмоции, да? Значит, кто тут может военно-технически вкладываться и дестабилизировать регион? Это Индия, это Иран, так? Я имею в виду новых, старых, новых игроков. Китай мудрая обезьяна, он никогда не будет открыто показывать, на чьей стороне. Китай будет сидеть на дереве, как мудрая обезьяна, ждать, когда там внизу все перебьют друг друга и договорятся с Китаем ослабленные. Кто победитель в этой борьбе, по мнению Китая, он все равно слабый становится. Да? И вот в этой связке Китай начинает уже тогда вести активную политику, когда два противника, с которыми он дружит, друг друга перебили, один победил, но тут уже Китай активизируется. Поэтому не надо удивляться, что Китай может и в связке быть с Ираном, Китай может иметь и другие интересы. Китай, партнер номер один для Китая, это США и Евросоюз затем. Вот давай сюда тоже посмотрим, что экономические интересы Китая напрямую связаны с США и Европейским Союзом. А значит, Китай в идеологическом формате во многом скован тем, что он экономически зависит от вышеуказанных центров. Да? Что для нас это? Вот у нас в регионе, смотри, как вот интересно идет. США сейчас активизируются, это явно видно последние месяцы. Они пытаются встроиться в тот формат, который появился после 2020 года, осенней войны. Мы знаем, что после этой войны, разгрома Армении, Россия с Турцией договорились по нашему региону. Недовольной стороной остался Иран. Через Иран определенные европейские круги пытались потеснить не столько Россию, сколько Турцию, давай честно признаемся, потеснить посредством давления военно-политического на Азербайджан. В этой связке не забываем про Израиль, который тоже, как говорится, в партнерах и близких союзниках даже Азербайджана. Да, то есть мы же знаем, что с Израилем и Турцией, между Израилем и Турцией сложные отношения, но это нисколько не мешает им взаимодействовать вместе с Азербайджаном в нашем регионе, потому что их объединяет одна в этом контексте. Здесь именно одна общая угроза – это иранский фактор. Но это вовсе не значит, что сразу мы отбрасываем израильско-турецкие проблемы по другим направлениям. Да, они остаются. Но в нашем регионе эта связка работает. Что здесь слабый? Слабым элементом вот Америка активизировалась через переговорный процесс. Мы видим, да, якобы попытки вновь встретить лидеров Азербайджана и Армении. И сразу же жесткое, я думаю, это связано. То, что Азербайджан провел небольшую операцию, да, на территории недалеко от Ханкенди и города Шуша, где как бы показательно, наказательно дал знать, что ситуация может развиваться только вот так. Только и это говорит о том, что были какие-то сигналы Азербайджана, да, опять-таки, к сожалению, от западных партнеров. Россия уже такие сигналы сюда не приносит. Что надо в чем-то договариваться с карабахской стороной, да, и какую-то им некую статусность на переговорах дать, чтобы показать, что то, на что Азербайджан не пойдет. Да, тысячу раз это проговорено, что Азербайджан не будет легитимировать некий даже какой-то статус на международном уровне, даже сесть, допустим, за один стол где-то за рубежом, да, с карабахскими представителями. Это внутреннее дело Азербайджана. И вот эта попытка и проговорить по лачинской дороге нам, что вот Гаагский суд принял конкретное решение, которые Азербайджан обязан выполнять. Но вот мы и показали, что если Гаагский суд такой внимательный, и западные партнеры так все понимают, пусть они видят, что вооруженные люди, которые постоянно пичкают наш регион, Карабахский регион, оружием из Армении, что это тоже есть, что это тоже тема обсуждения. И на этом фоне мы видим в Грузии, я не буду углубляться, тоже определенное противостояние на фоне того, что ваш президент находится в США. То есть это элементы американской политики, которые вот как слон в посудной лавке, она щупает. Посмотреть, кто пискнет, кто упадет, где что поломается, а потом какие-то мягкие элементы через европейских товарищей, возможно, США будет продвигать. Но каких европейских? Я на этом заострю внимание. Если до недавнего времени США в нашем регионе во многом, как бы это сказать, соглашалась с политикой Франции,
в нашем регионе, и не только в нашем регионе. Это касается и ближневосточного кейса, и средиземноморского кейса, где мы видим, что основной упор американская политика, она как бы соглашалась с видением Франции, допустим, той же самой Греции. Но после землетрясения в Турции, которое принесло огромную трагедию для Турции и поменяло не только кое-что в видении, но и, как я вижу, в международной политике тоже. То есть, и тут я заметил, что Турция активизировалась, извиняюсь, США активизировались, и у меня такое ощущение, что в итоге британский взгляд на ситуацию в регионе, он начнет опять активизироваться. Да? Если мы помним, насколько была активна Великобритания при покойной королеве, да, и как мы с тобой проговаривали, что когда придет новый король, да, и он пришел, то временно просядет британская активность. И на украинском направлении мы это видим. Давай сравним, что было в украинской войне при Борисе Джонсоне, при королеве и так далее. И в нашем регионе, и во многих, и вокруг иранской темы, и вокруг Китая. Мы помним, какие жесткие высказывания британский МИД делал в адрес Китая. А сейчас несколько месяцев, я бы также так сказал, с конца лета, с лета прошлого года, мы видим, что постепенно проседает, да, ослабилась британская внешняя политика. Но это временное явление. Мы понимаем, что Британия тоже империя, у которой огромный опыт. И сейчас я вот эти пласты двигаются в нашем регионе. Активность США в данном контексте приведет к тому, что британский интеллигенс, я не имею в виду разведку, а интеллект, он будет прописывать старые новые постулаты для нашего региона. И давай подождем, я не буду торопиться, но вот нынешняя активизация США, я считаю, что приведет к усилению взгляда Израиля на иранский кейс. То есть США будут более внимательны к тому, что Израиль предлагает сделать по иранской теме, и более внимательны к тому, что Великобритания и ее партнеры предлагают в общем по нашему региону, в том числе по армяно-азербайджанскому конфликту. Так, один момент только. Я думаю, что все-таки США всегда опирались на свой другой проект в регионе. Они всегда опирались на ЕС, на Европейский Союз. Другое дело, что насколько Европейский Союз был под влиянием Франции, я имею в виду, евробюрократия была под влиянием. Ты же знаешь, мы об этом, я поэтому голой правдой люблю. Слово ЕС, я конкретно говорю Франция, потому что все это оголилось, и ЕС это понятие растяжимое, размытое, а вот Франция это более конкретно. А вот тут я не совсем согласен, Резон. Знаешь почему? ЕС это самодостаточная единица, бюрократическая, которая обладает своими ресурсами и своей политикой. И сейчас ЕС и Франция – это абсолютно разные. Гела, мы говорим о нашем регионе. Для нашего региона это не работает. Если мы в общем о ЕС говорим, это отдельная тема. Если мы говорим о том, как представлена ЕС и чьи интересы здесь претворяет, это совершенно иная ситуация. Но смотри, ЕС – это Урсула фон дер Лейн, которая является очень близким, ну, условно, уже говорим, другом Азербайджана. Окей, это энергетическое сотрудничество, да? Мы сейчас проговаривали, мы можем разные кейсы раскрывать, роль Германии какая, да, в элите европейской, роль Австрии, роль Италии, которая тоже очень близка с Азербайджаном, да, по энергетическому сотрудничеству, да? Но так как мы говорили про конфликт, про армяно-азербайджан, то есть про ситуацию на политической карте, не энергетические вопросы, не транзитные, где минимально представлена Франция. То есть разделение, да, определенных полномочий есть. Но если мы говорим о том, что раздражает наш регион, то мы всегда приходим к тому, что это позиция Франции через Евросоюз или ЕС. Ну, в общем, будем наблюдать. Я бы все-таки не привязывал полностью ЕС даже в нашем регионе с Францией, потому что там явно между евробюрократией и Елисейским дворцом прослеживаются противоречия. Кстати, так как спонсором данного выпуска является телеграм-канал, на который я призываю подписываться, «Инсайды историка», обязательно подписывайтесь, очень интересно. И просто я короткий комментарий сделаю. Там был перепост Джокера Бакинского по поводу полетели коктейли Молотова. Полетел один коктейль Молотова, и это явно была провокация. Ровно так же, как они пытались
устроить по провокацию, когда несколько человек разломали, там железный забор был, такой временный железный забор возле входа в парламент. Вот они разломали этот железный забор, несколько человек, но потом подошли другие, сказали, кыш отсюда. И поэтому просто-напросто, чтобы те, которые читают телеграм-канал Inside Историка, а его обязательно надо читать, подписывайтесь сейчас же, те просто были в курсе, что и как. Ну и что мы имеем на выходе? Мы имеем на выходе достаточно интересную ситуацию, когда у России достаточно ресурсов, как там верхи не могут, низы не хотят, а народ обделался и плачет. Знаешь, да, этот анекдот? А кушать хочется. Кто партия, кто этот анекдот же был знаменитый, когда сын пришел к отцу, говорит, кто партия, кто правительство, а кто профсоюзы, а кто народ. Ну, тот сказал, значит, мама, я, говорит, партия, отец говорит, мама, говорит, правительство, профсоюзы у нас бабушка, а ты у нас народ. Ну, в общем, анекдот пошлый, поэтому я не буду говорить, что там происходило внутри, когда качается вот так, профсоюзы спят, а народ, партия что-то делает с правительством, профсоюзы спят, а народ обделался и плачет. В общем, вот так. Ну, вот примерно у нас такая ситуация, значит. И в итоге, насколько региональные форматы и форматы, я не беру сейчас формат, не сужаю до Южного Кавказа, не сужаю до трехсторонки, хотя это важный формат Турция, Грузия, Азербайджан, сотрудничества и региональных проектов. Я имею в виду более широком смысле региональные форматы, Центральная Азия. И Центральная Азия, Черноморский регион и дальше, возможно, Балканы. Насколько вот такие региональные форматы способны вывести ситуацию из-под удара больших игроков, из конкуренции больших игроков? Ну, вот те регионы, которые ты проговорил, между ними в основном это транзитное энергетическое сотрудничество. То есть это, если в Центральной Азии, конечно же, в первую очередь Казахстан, да, от которого очень много зависит, что и как будет идти вот в рамках этих транзитных проектов. Пока мы смотрим на Туркменистан, он определенное время был активный, но пока что эта активность так. Потом, естественно, важный игрок Узбекистан. И недавний визит Блинкина в эти страны, в Казахстан, Узбекистан, говорят о том, что американская сторона надеется на активизацию этих стран в связке с Кавказом и, возможно, как ты верно сказал, осью, кстати, вот американского вижена, осью этого сотрудничества является сотрудничество Азербайджан, Грузия, Турция. Это всегда так было. То есть вот эти три государства, они являются примером, прекрасным примером энерготранзитного, экономического и даже военно-политического сотрудничества в рамках. То есть у нас нету такой, у трех государств такой сферы, где мы бы были слабы. То есть мы и по экономической, и по транзитной, да, и по военной учению, военно-технической составляющей у нас вижен общий. И было бы хорошо, если бы это наращивалось более на другие регионы, чтобы это смогло, с одной стороны, перейти на ту сторону Каспия, а с другой стороны, на другую сторону, скажем так, уже на Балканские, да, на Черное море, Балканы. И тут, знаешь, в основном обрати внимание, что именно через Азербайджан развивается энергетическое сотрудничество, как со странами Балканского полуострова, да, так и со всеми странами, которые потенциально поставляют и могут наращивать поставку углеводородов с Центральной Азии. Кто здесь недоволен? Давай тоже об этом скажем, что, естественно, это Иран и Россия. Но Россия в последнее время более способна к договоренностям. Мы заметим, что, ну, есть причина, мы А с тобой будет об еще этом более говорили. способна. Да, временно, это временное явление, бывает такое, по причине непонятности того, чем завершится война в Украине, и поэтому Россия прощупывает альтернативные какие-то, ну, и грех, и смех. В тот день один друг сказал мне, для России осталась одна Европа единственная, это Азербайджан, куда она приезжает. Ну, в свете того, что в Армению тоже уже никак. Да, и это было, конечно, смешно, потому что по
В Армению очень даже как. В Армению еще как. Именно на уровне Лаврова и так далее, как-то мы видим, что то есть внешнеполитическое ведомство двигает, да, повестку для Лаврова. Сейчас это, конечно, может кольцо раскрыться, но в основном как бы вот в шутку так было проговорено, что вот, поэтому вот это, как мы всегда говорим, Туранская дорога или Шелковый путь и так далее, он будет активизироваться, но это не только углеводороды. Углеводороды являются темой, которая объединяет вот эти страны. То есть я имею в виду и Казахстан, и Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Турция. Это тема, которая всегда имеет потенциал для наращивания. Транзитный потенциал, железные дороги, перевозки, поставки. Но до тех пор, пока не будет определенность в отношениях между Арменией и Азербайджаном, я не знаю, или некий формат без мирного договора, но на каких-то условиях. Пока вот этого не будет достигнуто, и судьба вот этой Зангезурской дороги, коридора, пути, кому как угодно, не решится, все, о чем мы с тобой говорим, будет в подвешенном состоянии. И я еще раз повторяю, целью вовлечения Армении в эти проекты является достижение стабильности. Это не за счет интересов Турции, Грузии или Азербайджана. Это та необходимость, благодаря которой мы сможем, мягко говоря, утилизировать или нивелировать, аннигилировать вот этот, да, вечно тревожащий наш конфликтный фон, который исходит из Армении, и через Армению в том числе и Россия, и Иран, и некоторые европейские и неевропейские игроки пытаются поддерживать напряженность в регионе. Можно об этом много говорить, дискутировать, что кто виновник напряженности, Азербайджан или Армения. Но Азербайджан считает, что на правах победителя, а победитель он не только силой, но и силой международного права. Азербайджан считает, что поскольку он является 70% экономики всего региона, 75-80% населения трудового и так далее, он имеет право предлагать хорошие экономические проекты даже недругу, да, который вовсе не партнер. Это дешевле, это устойчивее, чем вооружаться и продолжать выстраивать, да, методом военно-политического давления новой конструкции. Это неустойчиво, мы это понимаем. Мы это прекрасно осознаем, что мы хотим, чтобы Армения увидела прекрасный пример азербайджано-грузинского сотрудничества, азербайджано-грузинско-турецкого сотрудничества, что у Грузии тоже есть много чего, претензий, что сказать, но все это никакой роли не играет, когда речь идет о стабильности, региональной безопасности и сотрудничестве. Да? Что Армения должна научиться вот этой политической культуре, отложить некие фобии, какие-то исторические проблемы и заняться, наконец-таки, тем, что ей необходимо. Попытаться свою субъектность, как это не смешно, Армения может приобрести, только выстроив нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией. Другого пути для субъектности в Армении не прописано. Ризван, я всегда призываю посмотреть на географическую карту, и для того, чтобы понимать, мы все пленники географии, география – это судьба, мы об этом часто говорим. И если еще раз наши зрители посмотрят на географическую карту, они поймут, насколько важно сейчас преодоление такого, я бы сказал, что это уже анахронизм. Карабахский конфликт, война между Арменией и Азербайджаном уже стала анахронизмом. Правда, мы знаем анахронизмы, которые еще дольше длятся, там, и 50 лет, и 60 лет. Но, тем не менее, очень не хотелось бы, чтобы это было. И я скажу, почему для Грузии еще это очень важно. Ну, там очень много других аспектов, но я скажу очень важный аспект в свете сегодняшних событий. Если будет мир между Арменией и Азербайджаном, то Грузия перестает быть единственной альтернативой, единственным путем, который связывает Восток-Запад. И таким образом попытки перерезать как можно быстрее или дестабилизировать ситуацию и перерезать этот путь будет, я надеюсь, поменьше. Но еще там будет системное ослабление России, что, в общем-то, тоже плюс. Плюс идет. И таким, но когда мы говорим про стабильность в Грузии – это не то, что вот просто тишина и все. Тишины и все здесь не будет.
Стабильность в Грузии – это адекватная власть в Грузии, которая понимает историческую ответственность страны, в целом страны, за судьбу региона и за судьбу, значит, вообще региональных, развития региональных дел. Огромное тебе спасибо, Резван, за очень-очень интересную беседу. И я поблагодарю, конечно, моих наших друзей, которые смотрели нас. Еще раз призываю подписываться на телеграм-канал «Инсайды историка». Всего доброго и до новых встреч. Спасибо, спасибо, Гела. В этот раз мы дали больше вопросов, чем ответов для размышления нашим зрителям. Но, надеюсь, это тоже полезно. Пусть сами зрители подумают о том, что вопросов всегда должно быть больше, чем ответов. Это стимулирует для нас всех работу мозга. Несомненно.